Снова Шишкин, снова подача. Теперь уже можно говорить в стиле Шишкина. Майкон, за спиной у него косая. Фалан бьет поворотом. Ничего себе гол! Ничего себе удар Алана Касаева. Один из самых красивых голов этого тура. Потрясающий пяткой. Плюс ко всему Майкон сыграл, но явно почувствовал свою игру. У него был очень неудачный прошлый год, там и травма затесалась. В общем, хватало неприятностей, и вот сейчас он делает счет 3-1 своим шикарным пасом пяткой в направлении Алана Касаева. 3-1. Алан Касаев, да, может быть, не играл в свой, свойственный ему в обычных матчах, в обычных его лучших матчах футбол, но сейчас он четко действовал в тех местах, где был особенно необходим. Вот Майкон. Он, как настоящий бразилец, чувствует, когда сыграть пяткой особенно необходимо. Отменный удар Алана Касаева из-под защитника. Ещенко закрыл, немножечко, наверное, закрыл обзор вратарю. И Помазан слишком поздно понял, куда летит мяч. 3-1. На поле, тем временем, появился Уго Алмейда.